В Донецкой Народной Республике утверждают, что украинские силовики готовят атаку на Горловку. Как заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, наступление планируется в конце декабря. По словам Басурина, разведка выявила концентрацию сил на Горловском направлении. Это 6 бригад общей численностью до 20 тысяч человек. Планы Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине. И он его активно ищет. Не исключено, что 24-25 декабря сами вооруженные силы Украины предпримут попытку наступления. Нашим защитникам на Горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе 6 бригад, общей численностью до 20 тысяч, свыше 120 танков, более 250 орудий полевой артиллерии и минометов, более 110 установок реактивных систем залпового огня.